С Костей в парк прогуляться и увидели такую тропинку, которая в гору ведет. Костя говорит, тропинка как в Гарри Поттере. Давай, мама, пойдем наверх. Не упади только, ладно? Вот решили пойти. Давай, решили пойти наверх. Тут прям такие ступенечки, действительно. Куда ж мы выйдем? Наверное, наверх горы. Такой крутой склон. Правда, здесь можно с альтухой назад полететь. Ну, ты аккуратно, не спеши. И с альтухой не полетим. Меня тоже. Меня вот. Так. Там еще выше. Давай еще выше поднимемся. Да нет, еще выше не надо. Там уже такая тропинка опасная. Сейчас отсюда хотим запустить дрона, так как последний раз у нас... Две одинаковые. Так как последний раз не получилось. Сейчас мы вот тут вот. Его запустим. Его запустим. И полетаем. И надеюсь, получится поснимать. Я обновила там программку. Мама, я хочу по вот этой тропинке пойти. Это опасно, а это нет. Ой, Константин уговорил меня не останавливаться на том месте, где я хотела запускать дрон. Мама! Уговорил пойти на самый верх горы. И вот какой... Открывается. И вот какой вид здесь открывается. Но мы еще не на самой высоте. Сейчас мы туда зайдем уже. Угу. Что, пошли дальше? А я прям на камешке последнем стою. Ну, Константин, ты меня вечно куда-нибудь подобьешь. Что красиво там где. Ну, красиво, красиво. Если мы на 100 пунктов, 100 тысяч мини-пунктов, выше поднимемся, а там уже не будет кислорода. Да, прям мы не на такой высоте, где кислорода не будет, Костя. Ну, не на такой высоте. Это еще долго, 130 миллион пунктов. Маленьких, до высоты такой. Это еще очень долго. Но мы не на такой высоте еще. Вау, сзади смотри. Вид. На Берлин. На наш райончик и соседний. Давай посмотрим. Снимаю. Как красиво. А там похоже, кто-то ядерную бомбу запускает. Вау, как красиво. И дует очень сильно. Ну, наверху ветер, да? Лавочки, классно. Сейчас мы там посидим. Ой, тетенька стоит, смотри. Я хочу с тобой. Не, мы одни здесь. Но я хочу с тобой там посидеть. Хорошо. Постоим? Мы можем там посидеть. Поднялись на самую-самую вершину. Там какое-то озеро, что ли? А, нет. Что это такое? На самую вершину. Тут еще чуть там. Думали, ну никого не будет. Но нет, здесь бдительная бабушка стоит. И мы как пришли, так она голову уж за нами поворачивает. Смотрит, наблюдает, куда же мы идем, что же мы будем делать. Давай дрон там запустим. Сейчас она уйдет, запустим дрон. Да не, она еще там долго будет. Да я вот тоже думаю, что она сейчас сядет и будет за нами наблюдать, что мы будем делать. Такие пенсионеры, тут своей жизни нет, так они вот за людьми наблюдают. Смотри, тут дома вон видно. Мама, я теперь я чувствую то, что земля, она круглая. Теперь ты почувствовал, да? Да. Потому что здесь наклон. И мы сейчас на самой вершине земли. Мы сейчас с тобой. Наверное, это Аренсфельда, если я не ошибаюсь. А может, Айхе. Что-то я запуталась. На окраине Берлина, короче, в любом случае. Ну и мы поднимаемся по самым последним лесенкам на самую высокую точку нашей горы. К сожалению, здесь не очень чисто. Люди свиньи, жгли костры, отдыхали за собой. Оставили за собой мусор, бутылки, тетрапаки. Ну, короче. Ну, вот такая красота открывается здесь. Я первый раз на самом деле на этой горе, всегда про нее знала. Но так Костя хотел дроном летать. Все, бабуля ушла или в кустах за нами смотрит. Где-то. Ты что, Титаник? Ну что?
Будем запускать дрончика? Она, походу, ну, вот здесь вот спустилась. Наверное. Пошла куда-то в кусты. Сидит там и смотрит, да? Не удивлюсь даже. Так, ну ладно. Распаковывай нашего дрона. Нет, ну мы не будем не отсюда, Костя, мы будем там, где лавочки, там удобнее. Там, ну, я здесь хочу. Там ровнее место, и есть здесь сесть. Он все равно высоко взлетит, дрончик.
так классно полетали. Я боюсь, что мы когда сейчас назад пойдем кубарем. Мы будем очень аккуратно спускаться, чтобы кубарем не покатиться. Потихонечку. И погода что-то портится. Мне кажется, сейчас дождь пойдет как-то. Облачно стало. Полетали хорошо. Пару раз у мамы чуть инфаркт не случился, потому что там я не очень хорошо знаю этот дрон еще. Еще мало летала и редко. И, короче, пару раз мне на экране высветилось такое, что утрачен сигнал с дроном. Во-первых, дрон дорогой, его жалко, да? А во-вторых, там сим-карта моя. Очень много видео, фото ценных мне. Вот, поэтому вдвойне жалко, если дрон этот где-то там гэкнет, да? Если он где-то пропадет, ударится, что-то запутается. Я его никогда в жизни не найду, потому что я выставила уже довольно-таки приличные расстояния, на которые он может и вверх взлетать, и далеко от меня отлетать. Не беги, спокойно иди, иначе упадешь. Ну, вниз спускаться легче, чем подниматься, даже если это такая крутая дорожка. Кто-то мы погуляли с тобой, Костя, сегодня, да? Здесь, видимо, дожди, когда были, все водой, ручьем вымывало, и поэтому когда-то была дорожка со ступеньками нормальная. А сейчас вот что получилось. Можно ноги себе переломать. Этот полет на дроне увлекательный и захватывает дух, и такую красоту видно. Но в Германии не везде можно летать. В Германии с этим все очень сложно. Поэтому, если честно, не знаешь, где можно летать, где нельзя летать. Но я так думаю, общую картину города все равно снимать можно. Конечно, не подлетать над приватными домами, не залетать там, не смотреть в балконы людей. Но я думаю, если общую картину, то почему бы нет. Так, куда нам теперь идти? Мы еще с тобой... Ниже, еще ниже. Здесь был перекресток, а здесь мама снимать хотела. Мы вон оттуда пришли. Ты сказал, пойдем еще выше, да, нам еще ниже надо спускаться. Если жарко, расстегнись, не потей. Не жарко. Расстегнись. Это точно Гарри Поттер. Ты уверен, что мы оттуда пришли, Костя? Неужели мы по такой дороге шли? По-моему, да. По-моему, тоже да. Ну что, пойдем? Главное, очень осторожно не упасть, да? Потихоньку, не спеша. Здесь у моря корни, а на корни можно делать, ну, вот так вот. Ну, если надо тормоз делать на корнях или на камнях. Ага. Или на ветках. Главное, кубарем не попасть. Мне кажется, она не такая крутая, эта тропинка была, когда мы вверх шли. А сейчас прям вообще. Ну, здесь красиво, я же помню. Мы не по соседней тропинке вон там шли случайно, а? Вон там, смотри, соседняя тропинка. Вон там мы шли. Блин, Костя, никому не рассказывай об этом. Фу. Все, мы вроде живые, здоровые, спустились совсем не по той тропинке, по которой поднимались. Это, Костя, вообще не та тропинка, вообще абсолютно. Но зато быстро, да? Она очень крутая была. Я думала, я пару раз навернусь. Мама. Но зато очень быстро. Капец, из какого-то леса вышли. А? Мам, да? Я когда это, ну... Что? Ходил там? Спотел весь. И у меня такая трава толстая там была. Да. Мы зашли вообще вот, а далеко-далеко мы дальше прошли, две лавочки прошли, где-то там мы зашли вообще. А вышли вообще, пошли, вон там наша машина уже припаркована. Пойдем только по тропиночке. Итак, купила я себе вот такие вот глиняные горшочки за 11,90. Два штучки, вот такие они красивые, давно я о них мечтала. И много слышала, что в них получается очень вкусная еда. Так я понимаю, в них особо много блюд не приготовишь. Картошка, мясо, либо курочка с картошкой, что-то вот такое. Но я решила все-таки попробовать. И сейчас буду мыть их и первый раз тестировать, что у нас получится. Здесь я уже приготовила мясо,
картошку, паприку, морковь, лук порезала и немножко добавлю чеснока. Естественно, соль, перец. Вот такая вкусняшка получилась. Угу. Очень горячая, очень-очень. Как кипяток даже горячее. Даже горячее, но все мягкое, все проварилось. Я боюсь даже к ней прикоснуться и попробовать. Картошечка. Я даже вилкой могу. Картошечка очень мягкая, вилкой. Я хочу до мяса добраться. Мяско. Мяско тоже мягкое, сколько там сока. Я думаю, это будет очень вкусно, но это мега... Очень сильно горячо. Горячее. Да, поэтому мы ждем, пока. Мы сегодня опять на горы идем. Да. Мы ждем, пока остынет, а потом будем кушать, пробовать. Да не, после гор. После гор, да. Вот здесь вот что-то. После гор как раз кушать хочется. Выкипело. Кстати, ты такой будешь, я думаю, Кость, ты любишь картошечку с мяском? Я не люблю. Кстати, после гор очень хочется есть и пить, а мы это не берем. И вот горшочек немножко остыл. Сейчас будем переворачивать, смотреть, что у нас получилось. Вау! Смотрите, сколько там сока. И это действительно было очень вкусно. Все пропеклось, все очень мягкое, вкусное. Мясо я, конечно, немножко положила многовато. Так, добавим зелени. Замороженная у меня только была. Очень вкусно все получилось. Обязательно повторю. Это блюдо в горшочке только с куриным мясом. Ну, когда здесь можно покушать, здесь блинчики с нутеллой внутри будут. Блинчики будут с нутеллой. Мы с Константином приехали в клубничку. В клубняшку. Но проезжали. Короче, парковка полная. Проезжали там такое столпотворение. Мы целый час ехали. Мне кажется, очень-очень-очень. Мы час ехали. Да, час ехали. Очень много народу сегодня будет. Будет не так весело. Было бы веселее без народа. Смысл, погуляем. Оценим масштаб этой катастрофы. Мама, я там поиграть хочу. Конфетки тебе купим. Очень ну да, хочу. Поиграть. Там что-то типа бимбома. А полазить можно? Клубнику до сих пор продают. Мам, там полазить можно будет? Да, можно. Эти билеты знаешь для чего, на самом деле? Да, у меня тоже. Вау, красивое такое, вот это голубое, шипучка. Угу. Бомбон называется. Бомбон? Да. А вон смотри какой. Понеслась душа в рай. Смотри, какой ежик. А, это клубничка. Хлеб в виде клубнички. Угу. А вот смотри, какой интересный. Раупе. Видишь? Хлеб в виде раупе. Веселый. Мишка. Мишка, да. Аттракционы. Пойдем дальше, там будет аттракцион. Здесь всякие десертики. Да, снимаю десерт. А, ты хочешь, это... сидеть сейчас не буду. Это то, что мы там. Это будет десерт. Пойдем? Чипсы красные. Угу. Кексики. Пошли, мы пойдем.
Ау. Тут можно. Душара, да, сделали? Им какая-нибудь огромная клубничка. Помнишь, ты стрелял в него? Ты стрелял, не помнишь? Будешь стрелять? И что он делал? Смеется. Видишь, в эти метки надо попадать. Хочет пострелять вот этим. Бери молоток. Готов? Подожди, я закидываю. Давай. Ух ты. Еще давай. Осторожно, люди сзади. Вау, ганьгачуа. Еще давай. Давай. Ну все, клади. Какая красота. И тыковки красивые, цветы. Пойдем. Это декоративные. Хотя вот это, мне кажется, Хоккайдо. Потрогай. Они настоящие, они декоративные, мам. Настоящие про них. Вон, смотри на столбе, кто сидит. Смотри, вон там кабаны. Идем посмотрим. Козочки. Воробей упал. Они еще летать не умеют. Чего это? А, это такое декорация. Декорация такая. Пойдем дальше. Ящички. Всякие ящички. Блестящая такая, да? Угу. Кружка, свечка. Первый такой вижу. В очереди. Ладно, кажется, сегодня мы на поезде не покатаемся. Да, сегодня, кажется, не покатаемся. Очень много народу, очень большие очереди везде. Мне что-то не нравится это. Мне тоже не нравится, что так много народу. Просто толкучка какая-то. Мешает отдыху, конечно, спокойно вот погулять невозможно. Конечно. Орка, да. Будем скатываться? Очень маленькая горочка. Мама, не бойся, это очень маленькая горочка. Поехали. Едем. Сейчас поедем. Мама! Ёшкин кошки! Это было очень круто. Очень я круто. Хочу, мама. Но горка мокрая. У меня все штаны теперь мокрые. Я хочу. Конфета. Им в очереди, чтобы покататься вот на этих кружечках. Но думаю, это долгая еще песня будет. Но Костя обязательно хочет прокатиться на кружечке. Вернее, в кружечке. Везде народ, нормально не поснимать. Куда-то идти надо, очередь отстоять, короче. Так. Ну, вы видите, сколько здесь народу. Я предлагал маме обойти это все, но она да. не хочет. Костя предлагает просто обойти эту очередь, но мама не хочет. Так не делает Костя. Все, поехали. Мама! Не крутись сильно. Я хочу крутить. Ты хочешь, чтобы меня тошнить начало? Крути, пожалуйста, крути. Я не буду крутить, меня тошнить начнет. Не крути, пожалуйста. Костя. Не крути, мне плохо, я сейчас на тебя блэкну. У меня голова крутится. У меня тоже. Она разгоняется еще, прикинь. Все, останови. О, боже, у меня уже кружится. Стоп.
мы будем вот так вот крутиться и к стенкам прижиматься. Что, погуляли, на аттракцион сходили? Маме плохо стало, мама тошнит после этой крутилки. Константин довольный. Я самой силой своих ног вот так вот... Да ты ужасно раскрутил. Наконец-то сели покушать. Нагулялись. Не могу. Напополам режь вот нож. Я боюсь. Хотя я не очень голодная. Ну, как-то вот, блин, я не думала, что сегодня будет так много народу здесь. Так себе, да, если много народу, то не так весело. Костя, ты в своем репертуаре набираешь себе котлетки, наггетсы, а потом кушаешь с маминой тарелки картошечку. Ну да, мама сюда вкуснее, да? Интересная лампа здесь. В виде шапочек, да. Вкусно, да? Мамину картошку съел со своими фрикадельками. Я пока тут жду, пока Костя наестся. Не надо, Костя, это очень слышно, оно шуршит. Латте макиато выпить. Такие оригинальные здесь стаканчики, баночки из-под варенья. И водичка в них была. И кофеечек. Кофейная пенка. Ты не представляешь, как там было крутило, когда такое мешало. Костя говорит, здесь есть что-то страшное? Я говорю, есть. Дядька из туалета выскакивает. Что, будем ждать? Тамбергризенс, bitte einmal zum Ausgang. Тамбергризенс, bitte einmal zum Ausgang. Was kommt hier so? Was ist das was? Это не страшно. Не страшно? Милота, какая милота. Костя, вот смотри, какая ропочка. Она камеру. Ой, какая милая. У тебя большая. Из тыквы, что ли? Это тыква. А, нет. Мармелад из тыквы? Да. Вот кюрбис, апфель. Костя, поставь, пока не разбил. Ну, не знаю. Тыква с яблоком. Мама, здесь нам что она мешано. Сказала? Какую-то девочку ищет. Хафн с ром. Ага. Это с ромом. Интересно попробовать такой мармелад. Будем покупать мармелад или нет? Давай. Да? На выходе. Я еще видел мармеладные клубнички. С бананом. В общем, каких только сортов нет. Бананом какой? Маракуйя. Ваниль. Клубничка. Самаретто вот какой-то сорт. Клубничка. Это клубничка, классическая клубничка. Мы сейчас ездим, у нас еще покер есть. Мама и рулить должна, и снимать должна. А я гаджи делаю. А Костя только газ дает. Такой большой, и один боишься на машинке покататься. Да не, а я что? Не умею рулить. Тяжело, действительно, очень тяжело рулиться. Тут сейчас все орут. Если токен закончится, у меня есть еще один. На последний круг. Очень тяжело, прям машинка рулится, у меня аж пальцы больно. Для детей сделано. Удобно ты устроился, да? Да. Тут такая подушечка сидит. Мне только главное газовать правильно. Вы представляете, тут тормоз есть, если педали отпустить. А вот назад хода нету. Назад только вперед, назад хода нет. Какой трактор. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Еще.
на один. Еще на один фар. Это последний токен? Это последний токен. И все, и домой потихоньку будем собираться, потому что... Да не, я еще полазю. Ну ты полазишь и отдохнешь. Ля-ля-ля. Скоро токен закончится. Закончился кидаем. Еще один токен. О, боже. Я говорю, тут такое креселка у меня. Ну, как она хорошо, красиво поехала, я ее хвалю. Ой. Здесь мы ходили в детское кино, и я здесь посмотрел мультик с пчелкой. Веселый попкорн. Синий, аккуратно, банки стеклянные. Тыры-тыры-тыры, синий попкорн. Костя ищет сувенирчик какой-то себе. Все, мы нагулялись, мы купили варенье, мы купили магнитик. Мы купили еще конфетки. Конфетки. Мы купили, что мы еще тут, полотенце, короче, потом покажем. Вот такое полотенце купили. Это когда купаться пойдешь, Костя, оно вот такое спрессованное, а когда в воду засунешь его, оно станет большим. Здесь, приезжая сюда, я удивляюсь, вернее, я не устаю удивляться, сколько здесь всего сделано для детей. И отчасти здесь можно ведь даже зайти бесплатно, вход сам по себе бесплатен. Можно пройти вот в эту комнату, где можно полазить детям. Можно кино сходить бесплатно, посмотреть детям. Погулять, посмотреть на зверушек. Это все бесплатно. Вот. Поэтому... Да ладно, вот тебе да ладно. Поэтому очень-очень классно. Видно, что столько стараний, столько трудов здесь вложено для детей. Все продумано, очень круто сделано. Мама, таких мест, к сожалению, немного. Мама, да, Костя? Где ты токены тогда взяла? Токены взяла. 5 евро разменяла, 5 токенов мне дали. Там такие специальные автоматы были. А, клубника! До следующего раза. В следующий раз этот магнитик привезем. Мы поехали домой. Да, вот то, что мы купили. Это магнитик. Вы поняли то, что это магнитик? Мам, покажи. Это магнитик. Его мы вложим сюда. Теперь дальше идет мое полотенце. Его надо, конечно, водой смочить. Сначала открыть, вода и... Сколько градусов? Без разницы, сколько градусов вода. 5 минут, и оно будет вот, большое. Вот, видишь. 30 градусов. И вот такая гусеничка будет.
Его мы ложим сюда. Так, себе я тут конфетки купил. Желейные. Желейные. Клубничные, а это? А это другие, это разные цвета. Это микс, это разные. Это разные, фиолетовая, синяя, там зеленая. Дальше идет клубничка. Клубничное варенье. Да, клубничное варенье. Взяли сначала две банки, оказалось, что у них акция, если берешь три, то выходит дешевле. Поэтому на кассе взяли еще вот такое клубничное. Взяли вот такое вот. Это клубника с ромом, я так поняла. Будем пробовать. Потому что такая темненькая, да. А вот это мне очень интересно, какой будет на вкус. И какое это? Это стоит тыква и яблочко. Тыква и яблоко? Да. Я такое не буду. Не будешь, а я хочу попробовать. Я тыкву не люблю. Все, ребята, и всем пока-пока. И...